Детские программы – особая гордость телекомпании. Их в эфире национального телевидения больше, чем на каком-либо другом СМИ. И чем раньше человек познакомится с нашим телеканалом, тем больше постоянных зрителей у нас будет в будущем. О самых ярких передачах на НАЦ-ТВ в сюжете автора детских программ Марии Шоклевой. Тишина. Пишем. Будет мам... Еще раз. Вам. Будет мам... Приготовились? Пишем. Будет вам новогодний подарок. Нет, будет вам праздник. Да, точно. Приготовились? Соберись. Соберись, мужчина. Куча дублей и много смеха. Так всегда проходит запись детских программ национального телевидения Чувашии. Их у нас три. Пошептушки, Акилбупсер и Бухты-барахты. Да. Пошептушки – программа для самых юных зрителей. Смотреть ее рекомендуется перед сном и обязательно всей семьей. Ведущие подскажут, как придумать интересную сказку, какую поделку сделать вместе с чадом и как понятно объяснить непонятные вещи. По секрету, часто даже взрослые узнают из этой передачи много нового. Здравствуйте, дети! Девчонки, мальчишки. Ребят постарше развлекает волшебник дядюшка Бух. Мастер телепортации может переместить ведущих в любое место на Земле и познакомить с самыми талантливыми людьми Чувашии. Здравствуйте. Год назад в нашем эфире появились детские новости. Перевертыш программы «Республика» – Акилбупсер. Эта программа уже успела стать победителем фестиваля детского телевидения «Включайся». А значит, наши детские новости – лучшие в России. Жизнь у наших юнкоров кипит, как у взрослых. Ребята учатся основам журналистики в детской студии «Куча мала», ездят на фестивали, устраивают флешмобы и праздники. Ребята представляли работу Мининформполитики Чувашии на выставке «Регионы сотрудничества без границ», помогали делать зарядку со звездой на Красной площади, провели шуточный чемпионат по метанию портфелей «Ура, каникулы!». Мы ценим каждого человечка, который растет на наших глазах. И надеемся, что это взаимно. Поздравляем всех сотрудников НАЦ-ТВ, наших коллег с праздником. Лично мы гордимся тем, что работаем на этом телеканале, потому что он самый современный, познавательный, родной чувашский. Дорогие сотрудники национального телевидения, желаем вам ярких проектов, много идей и дарим подарок – пачку гвоздей. Пам! Спасибо, конечно, но гвозди-то нам зачем? А чтобы к стенке приколачивать все дипломы, грамоты, благодарности, которых, я уверен, накопилось уже очень много. Да. И я уверен, будет еще больше. Ведь я уверен, что сотрудники национального телевидения работают на совесть.